уже снимает, да. Зато теперь без мата можно снимать. Да, кстати. Чтобы тебя здесь стрелочка. Чтобы не это, а нас там. Нахуй технику вообще чуть-чуть. Да я правда. Не, ну красиво, честно. Телефон держу так уж и больше. Да не бойся ты, Сань. Дай ему тут падать на траву, ничего с ним не будет. Расскажите, пожалуйста, мне про... Вот расскажите, пожалуйста, про, так сказать, окружающую обстановку. К сожалению. Что там? Какие-то пристегли там что-то такое. Машина пришла. Ну сейчас тир у нас в другом месте. Тир на быстрый разобрал. Нет, я имею в виду там. Там, в другой стране. Да, там тоже солнце выходит. Это все зеленое, зеленое, зеленое. Да, очки тебе дают. Они типа яркие. Так, а что ты говоришь, что в интернете не хочешь это видео там какие-то делать? Ну, как пусть меня, говоришь, и все. Посмотрели бы там в марте, вообще как хорошо. А там какой-то порт построили, вот заменяет, да? Порода только есть. А ты был там? Нет. Хочешь съездить? Да нафиг надо. Да. Машина хорошо. Все. А вот этот мостик. Тот самый, который на карте смотрел. Я его там на карте смотрел. Смотри-ка народу. Нет, все-таки эта вещь не такая, наверное, старая, потому что новая. Просто, наверное, давно здесь не было. Это же хорошо. Это должна быть где-то когда-то построена. Фонарь обшить, и дом получится. Сидишь такой, как ты не качаешься. Там шифер. Смола, блин. Да. Я явно здесь был, или часть, наверное, погранцы стояли. Какие-то. Вот такая шея какая-то, да? Там точно погранцы были. У нас специалисты были по этим достопримечательностям, да? Ну, говорит, здесь вообще такие комфорты и всякие. Это не советские еще раньше. И даже потом, когда они старые стали, там, вот, например, сорокатин, стреляли, случайно на какую-то нажал на кнопку, да, и у меня какое-то страшное извращение получилось. Ну да, сейчас подожди, вообще что, на море смотрим? Нет? Да. Ну ладно, там уже в принципе 4 минут, 5 минут почти. Скучно без водки, да?